Я вот чего в толк взять не могу, честное слово. Как ты летом-то простудиться умудрился, а? Да вот, позавчера холодильник открыл, а там, знаете, такой сквозняк. Что ж ты нежный-то такой? Я вон в любую погоду в огороде и хоть бы хны. На одних можно пахать в любую погоду, а других... Ерунда! У всех все одинаково. Просто кто-то целыми днями на улицу не выходит. Откуда ж тут иммунитету взяться? Ты давай лечись вон метком. А как оклемайся, будем тебя закалять по методу Копатыча. Можно было бы похолоднее, но на первый раз сойдет и комнатная температура. Готов? Не то чтобы... Давай! Ты бы хоть форточку прикрыл! Дует же! Укуси тебе пчела! Вам ли бояться сквозняка, друг мой закаленный?